В Казанском федеральном университете состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции «Литературоведение и эстетика 21 века», посвященной памяти известного филолога, кандидата философских наук, педагога Татьяны Геллер. В этом году ей исполнилось бы 90 лет. Это доцент Казанского педагогического университета, которая больше почти 40 лет вела кружок эстетики. И вот в память ее, по инициативе ее учеников, не моей инициативе, была организована вот эта конференция, которая 20 лет существует, и пока мы будем живы, мы будем, я думаю, продолжать эту традицию. 20-я юбилейная конференция проходит по 7 секциям. Литература 19-20 веков, литература 21 века, компаративистика, история культуры и эстетика, литературоведение и история культуры, актуальные проблемы преподавания дисциплин гуманитарного цикла. На 4 из этих секций представят доклады более 50 учащихся. Также на базе лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета состоится методический семинар по преподаванию гуманитарных дисциплин. Здесь встречаются три поколения. Мы, выпускники Татьяны Александровны, студенты, которые сегодня обучаются в Казанском федеральном университете, и школьники, ученики, которые, надеемся, тоже будут продолжать наши традиции. Связь трех поколений, которая продолжается на протяжении всех этих лет, она помогает сохранить память об этом замечательном человеке, который очень много сделал для развития литературоведческого и эстетического образования. На трехдневной конференции будут представлены выступления, раскрывающие проблемы изучения поэтики художественных произведений, диалога литературы и культур, а также посвященные взаимосвязи различных видов искусства. Мероприятие проводится Казанским федеральным университетом совместно с Министерством образования и науки Республики Татарстан. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универньюз.